свои листы и отказы на них у нашей почтовой скрыни. Народного мира, радио Беларусь, на Беларусь воле. Если хотите, у вас чекают новины нашей страны. Далее проект Натальи Савойко «Господарший подход», а так само программа Алены Зинчук «Разом». Начнем с новин этого дня. Старшини Совета Республики Валерий Бельский выказал меркование об однобаковых санкциях на саммиту по устойливым развитию. В Великим Камені отбылось третье посередине рабочей группы по межрегиональному гандлево-экономичному сотрудничеству. Свой 80-й сезон Брестский академический театр драмы открыл постановкой Олеся. Про это и не только подробязней. Однобаковые санкции перешкоджают выполнению мед в галине устойливого развития как у Беларуси, так и у масштабах усёй сусветной супольности. Таким меркованием по выниках саммиту по устойливому развитию, який проходил под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН, поделился наместник старшини Совета Республики Валерий Бельский. Беларусь выполнила около 80%